Объемное плетение его можно выполнять из 4, из 5, из 7, из любого количества соломинок. Мы оплетали бутылку, у нас там было вообще 18, наверное, соломинок. Нина Громова больше 30 лет своей жизни посвятила обучению детей плести корзинки, картузы, игрушки и шляпы. Именно со шляпой и началось увлечение соломкой. Увидев на рынке изысканный головной убор из природного материала, зародился азарт попробовать нечто подобное сделать самой. Информацию о том, как работать с соломкой, буквально по крупицам собирала из газет и журналов. Теперь же все есть в открытом доступе, а значит, умение можно и совершенствовать. Вот эта техника, она вырабатывает не только там терпение, старание, аккуратность, она вырабатывает человеческие качества, умение преодолевать себя, логическое мышление, художественный взгляд. Из одного мешка местной соломы художественной соломкой может стать не более 30%. Такова особенность сибирского материала. После отбора соломка подвергается обработке. Ее моют, сортируют и при необходимости красят. Другое дело – соломка из Беларуси. Она почти в два раза длиннее и более податлива для ремесленных нужд. Как говорит Нина Громова, именно в Беларуси традиции плетения сохраняют особенно трепетно. Климатическая зона другая, там материал совершенно другой, понимаете, там климат другой, там возможности другие, растительность другая. Но проблема кроется не только в качестве используемого материала. Недостаток поддержки сверху также мешает ремесленникам продвигаться. Решение Нина Громова видит в присвоении техники соломенной пластики статуса народного промысла. А Беларусь, там народный промысел еще, понимаете, то есть что такое, чем ремесло от промысла, вы знаете, отличается, да? Ремесло – это вот когда мы творим душой, сердцем, там развиваем это. А промысел – это когда на государственном уровне получается поддержка государственная сверху, то есть финансирование и прочее. А у нас, ну вот, пока так. Пока так. Это кабинет в Барнаульском городском детско-юношеском центре, в котором коллективу не хватает места. Но преподаватель верит, творчество не имеет границ и надеется, что когда-нибудь ситуация все же изменится в лучшую сторону. Ирина Корчагина, Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.